Сегодня будем опять делать распаковку посылки от сайта MyLoOpt. Ссылочка на этот сайт будет под видео. Сегодня особенная в кавычках посылка, потому что возмущения моим нету предела. Ну, все расскажу по порядку. Значит, посылка первая, что шла почти месяц, с 4 числа моей проплаты по 26, пока они отправили. Это, ну, возмущения нет предела. Такое первый раз, что почти месяц идет посылочка. По почте она шла, в принципе, 2 дня, а отправка была вот больше 20 дней. Ну да ладно, пришла. Значит, что у нас? Сюда в посылке находится лист с перечнем, ценой, наименованием, количеством. Я заказала коробочки. Вот они в разложенном виде. Одну я сложила. Вот такая вот коробочка получается. На 2 мыльца. Вот она закрывается, беленькая. В принципе, я потом сделаю наклеечку, все будет культурненько. Дальше. 2 килограмма прозрачной мыльной основы Англия. Мне она нравится. Но я в основном заказываю или Саптиму, или Англию. Также пластиковую форму шар с елочкой. Новый год близко, надо подкупляться. Отдушку пина колада 30 мл, российскую. Я ее первый раз беру, она мне очень нравится. И красители. Значит, тут гранат синий. Голубой и синий, простите. Также зеленое яблоко. Изумруд. Красивый цвет. Я уже открывала, смотрела. Бутылочка темненькая, плохо видно. И красный. Готовимся к 8 марта. Будем заливать много цветов. Поэтому надо зеленый и красный. Заказала силиконовую форму на 0,5 кг под нарезочку. Она мягкая. Качество у нее оставляет желать лучшего. Ну, в принципе, она очень дешевая, поэтому цена-качество нормальная. И последнее, что меня особенно очень возмутило, так это красители. Брала красители пищевые, именно для выпечки. И тут возмущения нет предела. Значит, смотрим. Написано желтый. Указано срок годности, производителя, все-все-все. Желтый, а тут вуаля, и кто-то у них, походу, дал тоник. Дальше. Медовый рай. Тут все совпадает. Блески пищевые. Дальше. Опять. Морской бриз. Блески пищевые. И почему-то они совсем не морские у нас, а золотые. Тут у нас совпадает красный. И опять кто-то у них болеет дальтонизмом. Зеленый почему-то у нас получился оранжевым. У меня просто шок. Пищевых красителей у нас в городе очень сложно найти, поэтому я заказывала через сайт. И очень надеялась на то, что они у меня будут сразу разные. А тут вот так получилось. Поэтому меня это очень расстроило. Кто будет смотреть видео, будьте внимательны. Обязательно списывайтесь и созванивайтесь заранее и уточняйте такие моменты. Всем спасибо за просмотр. Приятных вам покупок. И чтобы без всяких таких неприятностей. Всего доброго.